Да, она знаменитость. Она крутая медийщица и блогер. Она богата. В этом году ей исполняется 40 лет. Советское детство. Это отрезок жизни для Ксении от ребенка до блондинки в шоколаде закончился со смертью отца. Она с детства знакома с президентом России Владимиром Путиным. В молодости Владимир Владимирович был советником Собчака по внешним связям. Сегодня она журналистка, обладающая сильным характером и нечеловеческой выдержкой. Остроумный публицист, амбициозный политик. Давайте попытаемся оглянуться назад в то далекое, солнечное, счастливое детство. Ах, как хочется в детство вернуться. На недельку, на час и на миг в море радости той окунуться, позабыть обо всем, что достиг.